Я прямо сейчас покупаю Изиду М2. Хоп, у меня есть 3 миллиона 321 тысячи кристаллов. Я предлагаю прямо сейчас взять и спустить эти кристаллы. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня у нас в танках у нас скидончики. Скидончики у нас 25%, не знаю, с чего какой-то непонятный, вдруг праздник, какие-то выходные, выгодные выходные их называют, ну в общем-то. Суть в том, что я зашел на аккаунт и понял, что у меня есть Жига М3, Фриз М3, Риса М3, короче, много всего М3, но у меня почему-то нет Изиды, и как бы смысл покупать комплект. Там, с каким-то викингом, или хантером, или хорьком. Если у меня это все и так есть и будет, допустим, тоже викинг, да? Почему бы не купить? Всего лишь за 51 тысячу кристаллов. Тем более, я могу себе позволить. У меня сейчас 3 миллиона 370 тысяч. Я покупаю М2-шку. И завтра, то есть я записываю 26 числа, 27 января у нас скидки на МПК. И поэтому я прямо сейчас покупаю Изиду М2. Хоп, все, я ее купил. И завтра я ее полностью прокачиваю, и она будет у меня М3. Не знаю, насколько она сейчас крутая. Давайте я просто зайду сейчас на М2-шке поиграю, чтобы вы почувствовали разницу. Ну и я что-то для себя тоже понял. Вот, ну и завтра, в общем-то, продолжим. Ну, для вас это мгновение пройдет. Ну, а я буду ждать целые сутки. Вот и наступил день скидончиков на МПК. Скидки на МПК уже есть, как видите. Изидку я, в принципе, протестировал. Вы видели в прошлом, ну вот, вот пару секундочек назад, да, нагибчик на Изиде. Но не совсем нагиб, когда я... В общем-то, ребят, вы видели видос, где я играл на Изиде М2. И когда я ее покупал, и все было хорошо. Но потом я за вот этот короткий промежуточек времени успел... повредит свой палец на левой руке. То есть реально, я ударился пальцем, и он у меня пух, короче, он такой здоровый сейчас. Ну все нормально, ничего не сломал, просто я там немножко растянул, там повредил, короче, штучки всякие, там связочки, все дела. Вот, и поэтому мне больно нажимать на клавиши, и такого уж нагиба вы не увидите, потому что мне тяжело нажимать на клавиши. Но для вас видос пообещал сделать, поэтому придется дозаписать. И как-то уж попытаюсь я более-менее сыграть, чтобы показать вам нагиб на Изиде, уже М3. Вот, я, кстати, пока там тестировал, 2 голда случайно кинул, я не знаю, я как-то нажимал каким-то там... какими-то другими пальцами, там, то правой же рукой на 2 сразу клавиши, и там нажимал, и, короче, 2 голда я просеял, случайненько. Вот, ну ладно, но у меня есть 3 миллиона 321 тысячи кристаллов, я предлагаю прямо сейчас взять и спустить эти кристаллы, которые реально у меня уже завалялись, очень даже конкретно завалялись. Их нужно спускать, их нужно тратить на что? Правильно, на пушку на МПК. Изида М3, кстати, совсем недавно была апнута, и теперь она должна нагибать вообще круто. Поэтому давайте не будем терять ни минуты, ни секунды, и давайте прокачивать сосочку. Так, у меня там было 3 миллиона 300 с чем-то там тысяч кристаллов, да? Давайте теперь посмотрим, сколько же мне уйдет на фул МПК, то есть я буду полностью прокачивать, и даже последний шаг тоже буду качать, потому что, ну, почему бы и нет. Вот, раз у нас аккаунт читерский, донатерский, все, сразу фул вкачал и... Серьезно, что ли? У меня еще 2 миллиона 909 тысяч кристаллов осталось? Охренеть! Да я сейчас вообще все пушки могу купить и все вкачать до фул. У меня еще останется, наверное, 1,5 миллиона. Ну, короче, да, это жестко, это очень жестко. И, ребята, у меня теперь еще Изида! Офигенная Изида М2, а вернее уже М3. То есть у меня есть огнемет М3, Фриз М3, Изида М3, Рельса М3. Весь ближний бой я уже скупил. Есть дальний бой, средний бой, на М1 фул под М2. Ничего, ничего, ребят, скоро мы дойдем, скоро будут такие офигенные комплекты, поэтому вот, 2000 лайков под этот видос, и я моментально загружаю ролик с тестом комплекта, он выйдет очень скоро, как только наберется 2000 лайков, сразу загружаю. Ну, я погнал
протестирую как, хоть как-нибудь эту визиточку М3. Что она вообще себе представляет? Еще не играл на М3. И потом, может, какие-то устройства прикуплю. Ладно, погнали пока просто тестировать. Так, с карта полигон. Неплохая карта для соски, потому что здесь... Ой, слушайте, звания такие уже неплохие. Большие званки. Так, главное, голос сейчас она не кинуть, надо будет клавиши поменять. Ну, в общем-то, что я могу, ребят, сказать? В принципе, сейчас Изиду... Я бы сказал, апнули, потому что сейчас у нее бешеный баллон, он очень большой, и мне мои друзья говорили, что очень классно нагибает Изида, и попробуй, Лех, купи. Вот, и короче, я, естественно, купил и прокачал, и я думаю, это вообще просто будет имба. Поэтому так, давай, дружище, увози, я тебя каким-то образом, блин, мне так, ребят, неудобно управлять, ну ладно, короче, я думаю, мы сейчас их затащим и просто... Ой, да ладно, вы серьезно, что ли? Вы серьезно? Серьезно, блин, мне так обидно, что я не смог ничего сделать здесь. Чувак, прости, мы почти достали флаг. Ты неплохо-то, кстати, увозил. Вот это, вот этот прям жесткий чувак, у него 26% он купил Изиду М2, комплект Хантера Изиду М1, М2. И, короче, он играет на Магнуме. Вопрос, зачем ты играешь на Магнуме, чувак? Ладно, у меня Хантер М3, поэтому я могу спокойненько заехать. И вряд ли мне кто-то что-то сделает, у меня еще резист фреза 25% и резист от... так, сколько у Жорика? У Жорика... Сколько, сколько? Ребята, меня сейчас бил Жорик, у которого резист... Так, тут два молота, я понял, надо взять резист вместо грамма от молота. Там у Жорика 2000 GS, это М1, это М0, что ли? What the fuck? Отлично. Так, снимаем гром и берем молот, потому что я увидел, что там какие-то молоты опасные. Я думаю, что я их вообще на изи затащу. Так, Изида, Изида М3, давай, твори чудеса. Я, конечно, мог бы взять тут менять пушки, чтобы резистов не так много было. Но зачем это все делать? Мы только тестим Изиду, и поэтому я уверен, что Изида сейчас просто будет показывать высший класс, и это просто будет мега офигенно. Так, давай, дружище, уезжай. Тебе дашка не нужна, тогда я возьму. Я могу быть и хелпером, в принципе. Изида сейчас не так жестко лечит, но зато она жестко калечит. Поэтому... Бесконечный баллон, блин, какой-то он, ну, неплохой. Ну вот, я думаю, что я сейчас увезу флажочек. Так, он, я тебя увидел, дружище, как ты там ставишь мины свои. Это уже 100% увоз, мне кажется. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, я только что нажал клавишу пальцем, который у меня болит. И, ааа, сейчас я чуть не заорал, но нормально, все. Так, Жорик. Все, Жорик, походу, сейчас. У меня 25% от Жорика, но мне Жорик, наверное... Давай, пацаны, да! Возвращайте, доставляйте. Там сзади. Вы серьезно, пацаны? Это обидно. Так, тут лучше броню взять, потому что он меня вынесет. Так, я вот так вот его приму. Все, пацаны. Стоять. Я тут... Вот это... Да ладно. О, мне оверку раздали. Все, возвращаю. Ого, у них команда классная, смотрите. У них, короче, М2. Тут вообще прям... Нифига себе, а что-то мои союзники... У меня реля есть, более-менее неплохая реля. Надеюсь, она мне сейчас будет помогать, и мы увезем. Блин, вот этот дефер, вот он меня бесит, он... У них два молота дефера. Ой-ой-ой, зря, наверное, еду через эту сторону. Тихо. А, все, он меня заметил. Ой, да ладно тебе. Да ладно тебе, отстань. Пацаны, спасай. Караул! Ну спаси то, синьорито. Доставь, верни. Давай, иди. Возьми, я попытаюсь вернуть, дружище. О, я понял. По-моему, а он оверку не даст. О, у меня союзники. Ну дайте оверку. О, красавчики, раздали. Так. Я лекаю. Убегай. Я тебя лечу, дружище. Но хрен узнает. Ладно, я вернул уже тут уж. Тут уж извините, товарищи, но я вернул этот флажочек, и надеюсь, эта доставка будет. Да, ну наконец-то. Так, 2 миллиона 909 тысяч, нужно накопить 3 ляма. Так, пацаны, вы будете... А, 20 секунд, то есть я на последних секундах? Да ладно. Ну, как хелпер, в принципе, она тоже справляется. Смотри, как медленно лечит она, конечно. Да, М0, это М0. Я лечу чувака. Но по урону, по баллону, она превосходна. Просто превосходна. Ну, битва точно не для Изиды была. Можно было взять Джигу, нафиг всех спреем, так скажем, сквозь все танки фигачили. Тот же Фриз. Да или даже Релю ваншотить всех. Но, тем не менее, Изида справилась и показала себя очень даже неплохо. Буду играть с этой пухой. М3 классно. Если она вам тоже понравилась так же, как и мне, то подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик и пишите в комментарии, какой комплект мне купить следующим.
Потому что если наберется 2000 лайков, я сделаю обзор на новый комплект. Офигенный. С вами был Big Tanks, всем удачи, всем пока, друзья.